Криптовалюта в России. Власти страны отложили принятие закона о криптовалютах. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, государство хочет проследить за дальнейшим развитием международной практики в сфере электронных денег. Федеральная служба по финансовому мониторингу отслеживает угрозы со стороны криптовалют для экономической безопасности России. Заместитель министра сообщил, что законопроект о криптовалютах будет принят не раньше осени 2017 года.